Здравствуйте, уважаемые подписчики и все те, кто впервые зашел на мой канал, а также любители iHerb. Сегодня я получила посылку с сайта, и первое, о чем я хочу рассказать, это цитрат цинка от 21 века, 21st century, в упаковке 60 таблеток и дозировка в одной таблетке 50 мг цитрата цинка. Цинк относится к числу веществ, необходимых человеческому организму для нормализации работы большинства функций. Прием от 15 до 30 мг этого минерала в день позволяет нормализовать работу сердечной мышцы, улучшить состояние кожи, зрение, укрепить иммунитет, а также снизить количество вредного холестерина и снизить сахар в крови цинка хорошо усваивается, а этот бренд является самым бюджетным на сайте iHerb. Поэтому эта добавка – выгодное приобретение и сама она хорошего качества, так как здесь именно э, цитрацинка, который хорошо усваивается. Хочу назвать состояния, которые ухудшают усваивание цинка в организме. Это алкоголизм, глютеновая болезнь хроническая кровопотеря, сахарный диабет, диарея, высокое потребление клетчатки, снижает содержание цинка в организме, высокое отношение кальция к цинку в еде, высокое соотношение железа к цинку в еде, воспалительное заболевание кишечника, резекция кишечника, болезнь печени, недостаточность поджелудочной железы, пожилой возраст, беременность и кормление грудью. Использование пероральных контрацептивов, периоды резкого роста и полового созревания. Такие состояния ухудшают усваивание цинка. Поэтому при названных мной состояниях полезно принимать добавки. Белые пятна на ногтях также могут быть признаком дефицита цинка. Низкий уровень цинка увеличивает риск развития не только инфекционных заболеваний, но и аллергии, а это иммунных заболеваний и воспалительных процессов. Наша вилочковая железа, которая является самым главным иммунным образом, также выделяет несколько гормонов, которые очень зависимы от цинка. Поэтому без достаточного количества цинка эти гормоны неактивны. И, естественно, это все отображается на иммунитете, на нашей иммунной функции. Гормоны вилочковой железы мощно стимулируют функционирование лейкоцитов во всем организме. К низкому уровню цинка также крайне чувствительны не только Т-клетки иммунитета нашего, Т-клеточный иммунитет, возможно, вы слышали такой термин которые участвуют в клеточном иммунитете, но также к низкому уровню цинка чувствительные и лейкоциты под названием моноциты. Моноциты это мусорщики организма. Моноциты, находящиеся в определенных тканях, таких как печень, селезенка, лимфатические узлы, называются макрофагами. Моноциты и макрофаги поглощают бактерии, вирусы. И клеточный мусор, а также разрушают их. Макрофаги играют важную роль в защите вторжения микроорганизмов в организм, а также в выявлении потенциальной опасности для того, чтобы посылать об этом сигналы другим клеткам иммунной системы. Все эти очень важные процессы в моноцитах и макрофагах не могут протекать без участия цинка. При малейшем недостатке цинка эти процессы нарушаются, и организм является практически беззащитным перед разнообразными инфекциями и клеточным мусором. Еще один тип лейкоцитов – это естественная клетка-киллер, НК-киллер, НК-клетка, натуральный киллер, другими словами. И цинк участвует в передаче клетки киллеру сигналов, необходимых для выполнения ее защитных функций. То есть киллер убийца для, для того, чтобы убивать различные вирусы, бактерии, микробы. Поэтому при низком уровне цинка клетка киллер не получает сигнала для выполнения своих функций, то есть уничтожения вредоносных бактерий, вирусов, грибов и прочих микроорганизмов, поступивших в наш организм. Отсутствие сигнала может дорого обойтись во время активной фазы вирусной инфекции. Вот почему так важно следить за тем, чтобы рацион всегда содержал достаточное количество цинка. Вот такая информация о цинке как об одном из самых важных микроэлементов для нашего здоровья. Еще раз повторю, для сердца для кожи, для зрения, для иммунной функции, холестерина, сахара в крови и практически для всех функций цинк очень важен для защиты нашего организма. Следующая добавочка, которую я приобрела в этой корзине, это селен. В виде селена метионина 200 микрограммов в одной капсуле. Причем это селен бездрожжевой. Здесь 180 вегетарианских капсул. Незаменимый минерал с мощным антиоксидантными свойствами. Он демонстрирует способность поддерживать иммунитет в борьбе с вирусными инфекциями. Этот минерал также может быть полезен для снижения уровня гормонов щитовидной железы при ее аутоиммунных заболеваниях, а также для профилактики воспаления щитовидной железы после родов и вообще у всех людей, у которых есть проблемы со щитовидной железой. Усвоение Селена лучше всего происходит при употреблении совместно с жирорастворимыми витаминами, например, с витамином А, Д и Е. Пищевые источники Селена ⁇ это дрожжи. Здесь у нас бездрожжевой селен, морепродукты, устрицы, тунец, палту, сардины, крабы и так далее. Мясо, почки, печень, злаки, бразильский орех. Это один из продуктов, чемпионов по содержанию селена. Есть две формы селена – органическая и неорганическая. Неорганические соединения селена называются селенатами и селенитами, а к органическим относятся селенметионин и селеноцистеин. У нас как раз селенметионин, то есть органическая форма селена. В растениях обычно содержится неорганическая форма селена, которая преобразуется в селеноцистеин, усваиваемый человеком организма. Но по данным исследования, органические соединения могут лучше усваиваться нашим организмом. Поэтому я и приобрела селенометионин, органическую форму селена, которая будет лучше усваиваться организмом, чем неорганическая форма селена. Недостаток селена в организме может проявляться следующим образом. Вы будете чувствовать мышечную слабость, хроническую усталость, выпадение волос, бесплодие, а также является симптомом недостатка селена в организме, а также ослабленный иммунитет тоже относится к проявлениям дефицита селена. При проблемах с пищеварением возможно ухудшение усвоения селена, как и, собственно, всех других веществ, которые поступают в наш организм, если есть проблемы с пищеварением. И, естественно, возрастает вероятность дефицита селена. Селен очень важен при проблемах со щитовидной железой. В связи с этим существует аптечный препарат, сочетающий йод и селен, который называют йосен, йод и селен – которые часто назначают эндокринологи при проблемах с щитовидной железой. Также хочу отметить, что обнаружена связь между низким уровнем селена и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. А также наблюдаются низкие уровни селена у людей, больных астмой. Вот насколько это важный микроэлемент, минерал, для нашего организма. Калифорния Gold Nutrition буферизированный витамин С в капсулах 750 миллиграммов упаковки 240 вегетарианских капсул, то есть растительных капсул. Хороший витамин С по нескольким причинам. Первое, этот витамин С буферизированный что обозначает, что он не будет раздражать желудок, так как он не кислый, не горький. И это, естественно, очень важно для тех, у кого есть гастрит или другие заболевания желудочно-кишечного тракта. Хочу отметить, что данная добавка от домашнего бренда iHerb, и это позволяет экономить, так как домашний бренд выпускает свои добавки по одним из самых низких цен при хорошем качестве. Он не делает накруток на собственную продукцию, в то время как продавая добавки от других брендов, он, конечно, увеличивает цену, которую предложили эти другие бренды. Так что добавки от California Gold Nutrition являются всегда более выгодными по сравнению с другими брендами. Еще один плюс – это дозировка. Дозировка меньше 1 грамма. Здесь 750 миллиграммов в одной капсуле, и это позволяет легче дозировать его. Можно применять 750-1500 миллиграммов, иногда больше, если в этом есть необходимость. Иногда целый грамм витамина С нет смысла применять. Потому что, ну, например, это не надо. Есть меньшая дозировка 750 миллиграммов. Также капсулы дополнительно защищают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта в сравнении с таблетками или, например, порошком. В капсулах многие значительно с большим желанием покупают, приобретают, потому что так удобнее принимать, чем порошок, который нужно обязательно э, хорошо запивать водой, чтобы он не остался на языке или в полости рта. Аскорбиновая кислота важна для роста и восстановления клеток тканей, для десен, для кровеносных сосудов, для костей и для зубов. Она способствует усвоению организмом железа и ускоряет выздоровление. Витамин С полезен в защите от инфекций. Этот ценный элемент стимулирует запуск иммунных процессов, разжижает кровь и минимизирует риск формирования тромбов, уменьшает содержание мочевой кислоты в крови, стимулирует работу центральной нервной системы, также действует как релаксант и защищает витамин С организм от стрессов. Он принимает участие в синтезе коллагена. Обязательно, когда принимают коллаген, нужно принимать витамин С для лучшего усваивания коллагена. Коллаген укрепляет сосуды, связки, кости. Он приносит пользу и при варикозе. Он укрепляет стенки сосудов. И у нас в аптеках продается вместе с витамином С рутин, витамин П. Рутин. И называется препарат Аскорутин для укрепления сосудов. Так что витамин С также положительно влияет на сосуды. Следующая добавка, которую я приобрела в своей корзине и о которой я хочу рассказать, это витамин D3 без желатина, жевательный витамин со вкусом фруктов и ягод. В одной штучке, здесь в виде конфет добавочка, 1000 международных единиц витамина D3. В упаковке 90 таблеток, 90 гумми. или 90 конфет. Они без желатина и без глютена. И причем это опять же домашний бренд California Gold Nutrition. И эти жевательные конфеты. В связи с этим без накруток. Имеют они ягодные и фруктовые вкусы. Не содержат желатина и глютена, как я говорила, и являются вкусным способом добавить витамин D в рацион и детей, и взрослых, так как могут применяться и для детей, и для взрослых. В одной конфетке тысячи международных единиц. Рекомендуется принимать по две конфетки. Ну, это кому Нужна меньшая дозировка, можно принимать по одной конфетке или по три конфетки. Тогда получается в день вы примете 3000 международных единиц витамина D3. Можно и больше, если в этом есть необходимость и если есть желание. Взрослым и детям, начиная с 4 лет, нужно принимать, здесь написано, на баночке по две жевательные конфеты с едой или же можно отдельно. Ну, я как я говорила, можно принимать и больше и меньше. Иногда витамин D называют витамином солнечного света, потому что он вырабатывается в коже под воздействием солнечных лучей. Это важный витамин для многих метаболических процессов в организме. Витамин D3 помогает регулировать усвоение кальция и фосфора. Я думаю, что все зрители моего канала об этом знают, потому что я часто приобретаю витамин D, также по просьбе своих знакомых, и рассказываю об этом постоянно, о том, какие же преимущества дает нам витамин D3. Также витамин D3 поддерживает нормальную работу иммунной системы, и прием добавок с витамином D значительно уменьшает вероятность развития к тому же и кариуса и у детей, и у взрослых. Вот такая новая информация о витамине D насчет кариеса. Следующая добавка из сегодняшней корзины, вернее, это не добавка, это вкусняшка, а если можно так сказать, продукт питания. Вот так, Такие батончики с черным шоколадом, орехами и морской солью я приобрела по пробной цене. Здесь 12 штук, в каждой штучке 40 граммов. Вот здесь такие батончики. Все они одинаковые. На момент покупки по пробной цене был еще один вид батончиков. Но так как я... Люблю очень орехи, то и шоколад, то я предпочла именно вот этот, вот эти батончики. Здесь они все одинаковые, то есть один вкус, но они с любимыми орехами и шоколадом. Шоколада здесь немного. Приобрела я их для себя. Сейчас я вскрою одну упаковочку для того, чтобы вы могли увидеть, как выглядит батончик в натуральном виде. Вот так он выглядит. Шоколада здесь немного, но он все-таки есть. Есть также батончики с двойным шоколадом, но, должна сказать, там его тоже не очень много. Видны здесь орехи. Вот. И сейчас я расскажу о них немножечко подробнее. Брала я, как я говорила, ассорти батончиков раньше. Они мне очень понравились. Вот, очень люблю выпечку с такими же ингредиентами, то есть с шоколадом, с орехами, изюмом, маком. Но ну, здесь нету мака и изюма, зато есть орехи и шоколад. И цена получилась у меня всего доллар за 12 штук батончиков. Оба ингредиента я ему имею в виду орехи и шоколад – очень полезны для здоровья, так как орехи содержат полезные жиры, а черный шоколад содержит ресвератрол. Также в одном батончике есть 6 граммов белка, 37 миллиграммов кальция, железа и калия, здесь 155 миллиграммов. Кроме пользы, также получаешь порции эндорфинов, это гормоны удовольствия от такого вкусненького перекуса. Изготовлены они из простых ингредиентов обжаренного миндаля, обжаренного арахиса, грецких орехов, морской соли и меда. И также имеют они в составе 7 граммов полезной клетчатки для кишечника. Вкусная и поэтому я без сомнений опять приобрела... Не упустила возможности, увидев по пробной цене, их, конечно, быстро разобрали. Вот, когда я закупала вторую посылку, уже их не было. Поэтому я приобрела одну такую упаковочку. По пробной цене можно приобрести только одну. И вот еще следующая моя добавка в этой корзине. Это... Nature's Bounty бренд. Это кальций, магний, цинк с витамином D3. Здесь 100 капсул. Вот мы можем увидеть таблетки в виде капсул. И их 100 штук. Это комплекс для снижения риска остеопороза, для укрепления костей, ногтей, для поддержки иммунитета и здоровья сердца. Так как сердце очень зависит от наличия магния в организме. Цинк ⁇ это иммунный микроэлемент, минерал. А кальций в дуэте с витамином D3 дает укрепление костей. Магний не хранится в костях пассивно, а участвует в процессе роста и минерализации костей, стабилизирует костную ткань. При недостаточном количестве магния в течение таких заболеваний, как, как остеопороз, ухудшается в течение таких заболеваний. Поэтому оба рассматриваемых минерала, кальций и магний, необходимы клеткам костной ткани. Цинк вызывает также прямое стимулирующее влияние на образование костной ткани. Вот такая добавочка комплексная для остеопороза для ногтей, для поддержки иммунитета и здоровья сердца. Кстати, она недорогая. Витамин D3, кальций, магний и цинк. И еще одна добавка. Она в основном для детей, но может использоваться для взрослых. Это Child Life бренд. Child Life то есть жизнь ребенка, витамин D3 со вкусом натуральных ягод в упаковочке 30 мл. Это жидкий экономичный витамин D3 со вкусом натуральных ягод. Для получения дозы 500 международных единиц витамина D3 нужно использовать 8 капель. Младенцам с рождения до 1 года используют 6 капель в день. Детям старше одного года 8 капель. В упаковке всего 115 порций для детей старше года или 153 порции для детей до года. Это 5 месяцев употребления. Так что добавка достаточно экономичная. Можно ее использовать и взрослым. Для получения дозы 1000 международных единиц взрослым нужно 16 капель. Так что такую добавку можно использовать и всей семьей. Вкусные капельки со вкусом натуральных ягод. Упаковка очень удобная. Пипетка очень хорошая. В будущем можно использовать для любых других капелек. И последнее, о чем я хочу рассказать, это вот такой чай мача, который я регулярно заказываю, в основном для себя. Пью его регулярно, чтобы обеспечить антиоксидантную защиту организма от старения и различных вредных факторов. Чай добавляет бодрости и энергии. Сам чай в виде порошка. Вот здесь изображен порошок. В упаковке такой порошок. Поэтому отходов здесь нет никаких. Он выпивается без остатка. Ну и практически растворяется. Я не скажу, что полностью, но выпивается без достатка. Из всех зеленых чаев он является самым полезным. Правда, на сайте есть матча более высокого качества, но и цена ее существенно выше. Застать его тяжело, но если представляется такая возможность, то церемониальный чай матча или премиальный или церемониальный я несколько раз заказывала, удавалось мне заказать вот со скидкой. И что еще я хочу сказать о матче, что чаем матча можно смело заменять кофе. И он является при этом более полезным по сравнению с кофе, так как улучшает метаболизм, мозговую деятельность, помогает сбросить вес, предотвращает появление камней в почках и желчном пузыре. Получают матча исключительно из верхних листьев чайных деревьев. До сбора урожая растения помещают в тень, чтобы замедлить процесс роста. За счет этого в листьях повышается уровень содержания хлорофила и аминокислот. Листья обрабатывают, сушат и перетирают вот в такую мелкую пудру.